Ремонт городских дорог остается одним из наиболее актуальных вопросов, поэтому представители Национального центра качества дорожных активов совместно с членами Совета общественного контроля проверили качество асфальтового покрытия на проспекте 312-й стрелковой дивизии улицы Ломоносова. Подробности далее. В этом году начата работа по экспертизе качества дорожных материалов на 60 объектах. При проведении дорожно-ремонтных работ были отобраны 352 пробы материалов. Из них 41 не соответствовала установленным требованиям. Нами при проверке и контроле при строительстве было выявлено несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия, несоответствие коэффициента уплотнения при укатке. Например, если сказать, это улица Заречная, в районе Кирпичной, улица Мира. Вот такие улицы, где не было соответствия, были сфрезерованы, эта улица, и положено заново, согласно ГОСТов и нормам Республики Казахстан. Если говорить о качестве асфальтобетонного покрытия, то с 2020 года Центр качества дорожных активов ведет активную проверку всех дорог, то есть проводит анализ на соответствие качества покрытия, и только по его итогам принимаются объекты в строй. Верхний слой 5 сантиметров, нижний слой 7 сантиметров. На сегодняшний день у нас ведется сейчас отбор. Керн проявляется по 312 стрелковой дивизии и улице Ломоносова, где было проложено двуслойное асфальтобетонное покрытие. И после выдачи анализа только, конечно, оплачивается подрядная организация оплата. То есть, если это будет соответствие качеству. Ну, кроме того, кроме центра качества, конечно, за всеми дорожно-строительными работами ведется авторский контроль, ведется и технологический контроль за соответствие проекта. Ну и, соответственно, с 2020 года и Центр качества дорожных активов ведет анализы по дорожно-строительным материалам. Стоит отметить, что ремонт автомобильных дорог продолжается. На это в текущем году было выделено более 4 миллиардов тенге. Жасан Жалбаков, Межан Аманжолов, телеканал Актобе.